Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Количество обращений в Мосжилинспекцию сократилось. В 2019 году в Мосжилинспекцию поступило 132 тысячи обращений, что на 25% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По словам руководителя ведомства Олега Кичикова, это говорит о том, что в столице службы ЖКХ стали работать лучше. Сейчас большинство проблем решается между собственниками и управляющими компаниями, управами и префектурами. Замминистра строительства главный госжилищный инспектор Российской Федерации Максим Егоров сказал, что жители также отметили улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Обращения с жалобами в адрес органов госжилнадзора уменьшаются. В 2019 году поступило на 11,5% меньше жалоб, чем в 2018 году. Егоров отметил, что этого удалось добиться благодаря введению 5 лет назад системы лицензирования управляющих организаций. Всего в столице выдано 1261 лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Из них на сегодняшний день действует 831. Многоквартирными домами управляют 572 организации. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!